Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о том, как современные мамы выбирают слюнявчики. Сейчас на Елисея у нас пластиковый слюнявчик. На малыше у нас пластиковый слюнявчик. Вот такой вот пластиковый, замечательный нагрудничек. Удобен он тем, что регулируется по размерчику. Удобен он в уходе, то есть его легко помыть обыкновенным средством для мытья посуды. И, соответственно, он очень удобен тем, что можно транспортировать его. Но неудобство заключается в том, что не каждый ребенок позволит надеть на себя пластиковую вещь. Тут замечательный карманчик, в который падает еда. Но это бывает не очень удобно и не очень гигиенично, когда ребенок отсюда потом эту еду зачерпывает и кушает. Не все мамы рады такому приспособлению. Более современный вариант слюнявчика – это тканевый слюнявчик из специальной ткани, протефлониной, обработанной ионами серебра. По форме он напоминает нам тот же самый пластиковый слюнявчик, а по смыслу он гораздо более умный и функциональный. Надеемся, что эта информация была вам полезной. И после вашего завтрака, обеда и ужина ваши малыши останутся чистыми. Пока-пока!